Следующий вопрос является очень важным. Мата ястахиккул амиль ар-рибх? Когда рабочий считается заслуживающим прибыль, которая была произведена? Кали ибн Кудама фил Мугни, сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни: "Аль-мударибу ла ястахикку ахда шейин мин ар-рибх, хатта юсаллима ра'с аль-маль иля раббихи". Рабочий не имеет права брать ничего из доходов, ничего из прибыли, пока не вернет полностью начальный капитал, который получен был им от хозяина денег. Вот это ясно или нет? Это, брат, важный момент, который многие из людей упускают из вида. То есть, если ты являешься рабочим, и кто-то дал тебе деньги, на которые ты работаешь, то есть сказал тебе: вот держи эти 10 тысяч долларов, работай на них, прибыль будем делить пополам. Что это означает? Означает ли это, что ты эти 10 тысяч долларов вкладываешь в дело, и потом с первого рубля, что называется, или с первого доллара прибыли, начинаешь эту прибыль делить между собой и между хозяином? Или не означает? Нет, не означает. Но ты сначала должен работать, пока не накопишь вот эти вот 10 тысяч долларов заново. Понятно? Ты же их сейчас вложил, ты же уже их потратил. Вложил их на, допустим, здание, на аренду здания, вложил их на покупку товара, вложил их на рабочих и тому подобные действия. Эти деньги у тебя ушли. Потом люди начали приходить и покупать у тебя те компьютеры, которые ты начал, допустим, продавать. И заплатили тебе первые деньги. Кто-то отдал тебе 30 тысяч рублей, кто-то заплатил 20 тысяч, кто-то заплатил 10 и тому подобное. У тебя набралось, допустим, в течение первого дня или в течение первой недели, допустим, 50 тысяч рублей как доход. Считается ли этот доход, который ты делишь между тобой и между хозяином денег? Нет, не считается. То есть ты должен зарабатывать, пока не заработаешь обратно эти 10 тысяч долларов. Потом ты их должен отдать хозяину. И только потом следующие доходы, которые у тебя будут, ты уже начинаешь делить между собой и между хозяином денег. Понятно или нет? Когда мы говорим хозяину, не имеется в виду, что он твой хозяин, подобно рабу, подобно тому, как ты его раб. Нет, имеется в виду хозяин денег. Не твой хозяин денег. То есть это для того, чтобы легче понимать, о ком идет речь. Вот это вот пока понятно или нет? Это пока, иншаллах, понятно. وَمَتَا كَانَ فِي الْمَالِ خُسْرَانٌ وَرِبْحْ جُبِرَ الْوَضِعَ مِنَ الرِّبْحْ. Если, говорит, в процессе работы частично получается прибыль, частично получается хусран, то есть что, наоборот, убытки, то убытки покрываются из прибыли. Убытки покрываются из прибыли. То есть, допустим, что ты начал работать и накопил уже 2000 долларов для того, чтобы отдать их в будущем хозяину. Потом эти 2000 долларов у тебя опять получился что? Убыток. Дошли до 1500 долларов. Потом со следующей сделки плюс еще доход 1800 и тому подобное. То есть известно, что в финансовых вопросах прибыль и убыток постоянно варьируют. Не бывает такого, что всегда прибыль или всегда убыток. Чаще всего бывает и прибыль, и убыток. Так говорит, не означает то, что прибыль ты можешь забирать себе, а убыток касается только хозяина денег. Нет, ты должен работать, пока не наберешь вот эти вот 10 тысяч долларов, которые тебе были переданы. Потом ты их должен вернуть, и после только этого вы начинаете будущую прибыль, что делать? Делить между тобой и между хозяином денег. Это, иншаллах, понятно. Говорит, что такое вадиа? Ясно, джуберат аль-вадиа. Вадиа – это хусран, то есть убыток. Минар-рибх, то есть из прибыли. Дальше. Говорит сава, канал хусран вар-рибх фи марра вахида, а вал-хисран фи сафка вар-рибх фи ухра. При этом без разницы, говорит, убыток и прибыль были ли одновременно, или убыток пришел в одной сделке, а прибыль пришла в другой сделке, а вахадуума фи сафра вал-ахар фи ухра, или убыток был из одного путешествия, а прибыль была из другого путешествия торгового. Потому что, смотри, лянна маана рибх вал-фадл ани ра-сильмаль. Потому что такое прибыль? Прибыль – это то, что вышло за капитал, который тебе был передан. То есть, если тебе было передано 10 тысяч долларов, потом ты их растратил и заработал плюс 1000 долларов, все, что у тебя есть в руках сейчас, это 1000 долларов, и растраченные 10 тысяч долларов, это, говорит, не называется прибылью. Прибылью называется то, что перешло за изначальный капитал. Говорит, уамалям явдулю фалейса бериф, а то, что не перешло за изначальный капитал, фалейса бериф, то это не называется прибылью. Валя наалему фиада хиляфа, и мы не знаем в этом никакого разногласия. Значит, без разногласий у обладателя знания, то, что рабочий не имеет права брать себе ничего из денег, пока не вернет хозяину денег все эти деньги, которые он у него изначально взял. Кто-то может сказать, а тогда чем рискует хозяин денег? Рискует он тем, что если вот эти вот 10 тысяч долларов будут потрачены, и потом никакой прибыли вообще не будет получено, и они разорвут договор между друг другом, то есть Зейд и рабочий Ахмад разорвут договор друг с другом, то Зейд останется без денег. И убытки несет кто? Зейд. Понятно или нет? То есть, если в процессе работы будут убытки, эти убытки несет кто? Эти убытки несет хозяин денег, и не несет их рабочий.
Почему? Потому что рабочий несет убыток со стороны своей работы. То, что он вкладывал работу, тратил время и тому подобное, и в итоге ничего не получил. Он страдает с этой стороны. А заяц с какой стороны страдает, хозяин денег? Страдает со стороны той, что он несет финансовые убытки, именно денежные. Они берутся из его капитала. Далее.